Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Как всегда, ежедневки, друзья мои, ежедневные задания. И тут у нас: нанесите 30 урона растениям-героям, выиграйте игру взрывоцветным растением. И нанесите 20 урона профессорам мозговая атака. Давай, наверное, мы вот это пробуем обновить. Выиграйте игру безумным зомби-героем. Ну, я думал, может быть, соточка выпадет нам на сотку самоцветов, но нет. Значит, нанести 30 урона растениям-героям. За кого будем играть? За бесенка? 30 единиц, да? 30 единиц. То есть это два раза нужно выиграть. Попробуем. Надеюсь, получится что-нибудь. Да получится. А надежда умирает последней. Что-то долго ищем противника. Нашли. Черт подери, черт подери, это колпак. Слушай-ка. Колодка-то неплоха. Что скажешь? Что-то меня колпак напрягает. Он что-то ждет. А что, ребята, может ждать колпак? Саша 007. Саша 077. Ты что-то ждешь? Давай так сделаем. Ты очень странный, колпак. Вот так, значит, да? Значит, вот так вот ты, да, решил? Ага. И гриб, да, сюда поставить? Нет. Я не знал, что здесь вот этот парнишка у нас появится. Без комментариев, друзья мои. Что там у меня? Твою налево, что у меня в чае там плавает? Что еще упало туда мне в чашку, блин? Ребят, я не знаю, почему колпак так сыграл отвратительно. Еще и выиграли с безумным зомби-героем. Ну, давай продолжим. Может быть, 38 ранг получим. Заберем сегодня. Было бы тоже неплохо, как по мне. Я думаю, ты согласишься. Так, нам дают с тобой бабаха. Бабаху. Да? Картофелина бабах. Почему я этого-то оставил? Давай посмотрим. Бамс, бамс. Сделаем так. Может, какое-нибудь заклинание хорошее. Ну, капелька, ребят.
Ага. Но он уже не жилец. По одной простой причине, ребят. Это не поможет, парень. Хоть запрокачивайся, это его, я все равно сейчас его уничтожу. Вот что он делает. А если я так сделаю? Картошку, мину картошку. Ну они-то взорвутся, ребят. Но мы-то ему нанесем три в лицо тут. И будет у него 9 хп. Даже больше мы ему нанесем. Йоу. Заодно проверим, как у него там с могилоедами обстоят дела. Нормально. Так. Ну и все, тебе, парень, крышка. Давить? Давить? Почему так, ребят, происходит, а? Я, наверное, пока не буду, ребята, тратить. Я просто хочу посмотреть, как он будет тут справляться. Ну ладно, ты усиливаешь этого парня. Тебе три в лицо светит. Кактус тебе здесь... А, вот так вот. Ну смотри тогда, что мы сделаем. Мы сделаем вот так вот. Это раз. Второе... Второе это мы сделаем вот так. Стоит этому кактусу, ребята, сдохнуть. Замораживаем тогда его. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Я сюда перелечу, друзья. Пять и три восемь, да? Сейчас все будет, ребят, зависеть от того, что есть ли у него могилоед. Но я могу вот это, конечно, поставить бочку. И все, да? И могилоеды у тебя на этом закончились. Клубника не поможет. Клубника, друзья мои, не поможет. Сделаем мы, наверное... Так, 4, 3, 7 плюс 6. Ну, много, конечно, урона получим. Ну, броня сработать должна. В принципе, ребят. Ну не сейчас, потом. Давай сделаем так. И вот так. А там посмотрим. Может быть у него еще есть защитник один будет. Я не знаю, сейчас глянем. Брось. Так, я сейчас еще один фруктовый микс найдет.
Ну вот и приплыли. Он уже это понял. Держал, понимаешь ли. Он думал, а вдруг пробьют. Дай-ка я рискну. Ну, рискнул, ребят. И ничего у него не получилось. А так бы, да, если бы у меня был, не было бы блока звезили, это я получил бы хорошо. Так, ребят, теперь взрывным растением нам нужно что-то выиграть игру. Да, выиграть игру. Взрывоцветным ну, растением. Ну что, попробуем? Попробуем, друзья мои, вспышкой на солнце. У нас взрывные растения. Это, по-моему, подсолнух и бабах. Насколько я помню. Что это за колода такая еще? Что это, ребята? За колода такая. Мне непонятное. У него есть одна энергия. Так вот сделаю я лучше. Шаманство свое там. Ну ладно, пускай шаманит. Заклинание, друзья, конечно же, заклинание тут нахапало сейчас будет. Сейчас будем смотреть, что у нас, ребят, по ландшафтам. Точнее, не у меня, а у него. Если у него еще и ландшафт есть, вот он, блядь. Так, погнали. Эй-яй-яй-яй-яй, куда же мне тебя поставить-то? А чё, я прикрыться уже не могу, блин? Бредятина какая-то, ребят. Ладно, давай смотреть, что у него. Наносит 2 единицы урона. Кто там и что там у него, ребят? Значит, вот этого надо нахлобучить. Орех или ягоду, да? Так, ну что, он в блок не бьет? Что у нас там выпадает? Выпадает уйма грибов. Если у нас выпали грибы, дайте мне хотя бы, блин, этого. А скажи, я скажу, как он называется-то. Вот. Вот. Вот этот парень мне как раз-то и нужен был. Он выпал. Так, он хиляет себе. Он 4. 4 стоит. Давай смотреть. Тут, конечно, блок сработает у него. Замораживает. Так, ребят, ну что, у него по картам, он сейчас возьмет карты, да? Блин, я думаю, только хотел сказать, что у него по картам все кисляк. Но нет.
Давай сделаем вот так, наверное. Бонусную атаку. Что-то прям, ну вообще, ребята, нехорошо у нас идет игра. Да нафиг мне твои два вот этих вот, я не понимаю, блин. Уже не знаю, что сделать, уже и так, и сяк, блин. Кого бомбим? Этого, наверное. Напряженная ситуация. У него две энергии, ребята. Так, ну он берет карты. Блин, вот это вот, конечно. С этими ландшафтами. Что я буду с ними делать? Ума не приложу. Два ландшафта, блин, с подсолнухами. Это только сверху сработает. И в блок, да? Нет, нет. Вот эти вот два дурачка в блок, блин, бомбанутому. Будь они неладны. Мне толку от этих подсолнухов сейчас... О, о. Вот маразматика, а. Скажи мне, дурачку! Нафига ты так, Рэй, сделал? Танцоров. А, вон он что делал. Вот это плохо, кстати. Сейчас мы получим два блюдца. Дай мне фруктовый микс, пожалуйста. Дай мне фруктовый микс. Я не знаю, ребят. Я просто, блин, не знаю, что сделать. Ну, давай так поставим. Давай бонусную. Сейчас бонусную атаку, наверное, влепит. Здесь или здесь. У него две карты есть. У меня вообще ни одной карты нету. Угу. Шаманство у него еще. Смотри. Ну что ты мне дашь? Какую... Все, ребят, ему кранты. Только не бонусную атаку. Все, 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 пацан, хорош, успокойся. Фух. Хе-хе, ребят. Как же ему обидно сейчас было. Ай, как ему сейчас, ребята, было обидно. Я понимаю, он, я... Тут победка-то была уже...
практически вот в рукаве, в руке, вот она, вот она, вот она. И пиш, как птичка упорхнула. А я как раз-то и надеялся на вот этот вот, на этот ягодный микс. Он мне нужен был, ребят. Так, невероятное событие у нас еще. Давай посмотрим, что у нас тут. Так, безумный орех обожает другие растения со способностью команда. Таких вполне предостаточно в стратегической колоде бета-картины нападения бобов-амфибий. Хорошо. Ну, тут опять же бабулька надовой сказала. Это, кстати, старая. Я даже ничего не успел сделать, уже все, сразу же. Это команда? Это амфибия-мишень, это нифига не команда. Если не ошибаюсь, у него должна быть сейчас это. А, вот у него что. Странный малый, ладно, фиг с ним. Какую тактику он сделал, а? Ты посмотри. Ну он даванет, кого-то он может раздавить. Да нет, ребята, он никого. Он никого не давит. Давай я сделаю так. Амфибия команда. И этих сейчас мы... Прочерк. Как тебе, говнюк, повезло, а? Соскочил, ребят. С моей ловушечки, так скажем. Ну и одну единичку урона ему нанести. Только вот чем? А если мы вот так вот сделаем? А похоже, что все. Ну да, три в лицо получим тут. Ничего не поделаешь, ребят. Но вот этот бобеныш, бобеныш, ему лицо раскурочит сейчас. Так вот, ребята, бета-каротин играет на бобовых колодах. Тынс. Получил орешек. Получил орешек. Получил орешек. У меня есть что-нибудь излишки какие-нибудь? Утилизировать дополнительные карты. Одна штука. 250 энергии. Я все-таки, друзья мои, сделал. Вон, у меня 4 теперь вот этих вот. Как он там? Пай-пия... Питая. Пьета. Питай, да. Так, а, вот. Вот, он пятый, он лишний. Он лишний. Конечно, утилизируем. А вопрос, где посмотреть, сколько у меня вообще энергии? Ну... 640, кстати, у нас, ребят, самоцветов. Всего лишь 1000. Всего лишь 1000 энергии, но зато 4. Питай. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Такая вот коротенькая, быстренькая получилась серия. Но зато без проигрышей. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.